think the girls with their nails done now. Всем здорово, ребят. Ну что, продолжаем. Обзорчик нового героя. Влепили по лайку и поехали. Мы на аккаунте Андрюхи. И сейчас мы с вами попробуем его уже на максималках. Докачал я прорыв. Сейчас единственное докачаю. Еще не успел скилл ему. Ну, отлично, можно будет этих всех еще докачать. Ну, не тупи. Докачаем максималку и посмотрим, что он из себя представляет. Честно скажу, вот впечатление героя, ну, такое себе, не очень. Если сравнивать с другими донатными героями, печально немножко. Радиус, ну то есть зона атаки небольшая, что не радует, не автопрокер, тоже печально. Ну то, что у него нету иммунитета к стану, тоже плохо. Ну вот больше всего, наверное, печально то, что зона атаки у него реально хромает. То есть такое что-то непонятное. Да, он имеет свои нюансы, он дамага вроде как бы много наносит, но не факт, что он включится первым. То есть нету иммунитета к стану, к забору энергии. Соответственно, тут есть тоже свои нюансы. Ну, в основном, я не знаю, я уже говорил, это PvP-локации у нас будут. Блин, тут еще жесть, сколько качать надо. На 15-й скилл. Поэтому такие дела. Ну, не знаю, посмотрим, может сейчас что-то на максималке изменится. Он у нас в дефном варианте. Конечно, неплохо было бы сюда еще СС-ку найти. Ну, попробуем супер. А, не супер сила, это у нас новое. Это сейчас попробуем поставить обратно же. Вернуть супер силу. Так, 14-й скилл есть. И сейчас у нас будет 15-й скилл. Так, отлично. 15-15, 10-10, 10-10. Единственное, сейчас чарку поменяем. Обратно поставим для дамага. Потом, может, пишите в комментах, хотите увидеть еще с другими сборками, потестирую, если интересно будет. По созвездиям у нас пока все на домах, в общем. Такой вот вариант. Уклон нам дает суперпэт, в итоге такое среднее что-то получилось. 12 тысяч уклона, плюс дофига дамага. Точности 6 тысяч, в принципе, этого тоже должно хватать. В общем, поехали. Ну, это такая, знаете, средняя сборка без уклонов. Можно, конечно, уклонами нафигачить намного больше. Ну, вот видите, здесь вроде и дамажит. Вот, дамаг не получает. Вот когда далеко героя, то есть по сути зона атаки, видите, он не достает до огника. Он огника, получается, просто тупо не бьет даже. Ну, на
битву гильдии на атаку, я не знаю, бессмысленно, как по мне. Единственное, против барда. Вот бард сейчас просел немножко. Вот, смотрите, лям 400 барду прилетело. Нормально так прилетает. Вот против барда, да. Сейчас попробую найти где-то выцепить барда одного. Ну такое, не знаю. Знаете, непонятное что-то. Вроде донатный герой, но толку никакого нет. Блин, конечно, здесь печальненько выловить что-то интересное. Так бы у себя хотя бы на этом, на своих потестировал. Тут так не получается в пару окон сыграть. Так, вот у нас бардик есть. Давайте попробуем закинуть. Так, Фрейя дамажит нас уже полным ходом. Спектр блокирует. Так, я надеюсь, мы достанем именно барда. Еще на угника, наверное, побежим. Так, ну давай. Так, отлично, вот бард. Вот, пошла атака, смотрите, атака по барду. Миссы есть, как видите, миссы. Ну, включись. Вот 77к. Херня вообще дамага. Для того, чтобы барда пробивать, надо его собирать, походу, в атакующую сборку. Соберете в атакующую сборку, ну, он будет просто мясо. Поэтому, вот фиг его знает, знаете, вот смотришь на это все и понимаешь, что донатный герой, который вообще ни о чем, по сути. Спектр прилетел. Ну такое. Короче, для рейда, ребят, однозначно для атаки на битву гильдии я бы его не советовал брать. Если там не надо здание добить, юнитов нету много. Ну, печально. Один на один на PvP локации, возможно, да. Сейчас мы до этого дойдем. Давайте, наверное, попробуем все-таки. Переролить созвездие, словить уклонение. Еще как вариант. То есть герои, по сути, вот есть, знаете, герои, когда ты понимаешь, что ему зайдет это. Этот герой и там плохо, и там плохо. Ну, такое что-то, это GG непонятное. Ну, с уклонениями он хотя бы жить будет дольше, и толку от него, как от дебафера, будет больше. Потому что вот такой вариант, который я вам показал, ну, дамажный, да, он крутой, но в плане того, в плане PvP, конечно, не ахти. Да что такое? Где уклоны, блин, все? Где все нафиг уклоны? Что за фигня? Просто трэш, посмотрите, пятое уклонение вообще не падают. Это что такое, блин? Чё, прикалываетесь, что ли? Жесть. Знаете, такое чувство, что на этом, на АЭСе просто пропали уклонение.
Одна пятерка с четверкой, но это нас не особо радует. Да, что-то вообще печаль. Что, кто-то все уклоны повыролил, что ли, на сервере? Что за фигня? Вот вариант, вот я не знаю, тоже неплохой вариант. Возможно, точность. Многие герои с точностью намного лучше сейчас смотрятся. Потому что он может просто тупо не попадать. Мы его соберем на уклоны. Ну, варианты, я уже говорил, это питомцам добавлять определенные эти. Да, что-то вообще печаль. Самое, знаете, занятное, самое веселое занятие – это ролл со звездой. Да блин, дайте хоть что-то добить. Как-то так плавненько идем, четенько. Две точности. Блин, ну конечно классно. Но нам нужен уклон. Для чарки, по крайней мере. Ого, блин, совсем чуть-чуть, ребят. Было бы пятерка, вообще было бы кайф. В общем, смотрим. Вот такая вот у нас сборка получилась. 17 тысяч уклонов. Поехали тестировать такой вариант. То есть вариант деф плюс... Ой, отлично, вот как раз бард. Вариант деф плюс уклон. Ну, стандартный для многих героев. Так, все, это разрушил. Смотрим. 0-0-0-0, значит там стоит выживание. Если пробиваются нули, он миссает, ну вот пошел дамаг. А, как видите, в таком варианте, бездамажном, да, он, по идее, должен его убивать, он его пробивает, но дамага не хватает просто-напросто. Нам просто не хватает тупо дамага. У нас священный суд и все остальное надо. Соответственно, для того, чтобы его использовать на PvP локациях, я как вижу сейчас, ну, вариант это ставить подашку. Не знаю, как на отражалках, я не вижу. А, вот это смотр нас так зафигачил. Я не вижу, что он отражает. Что-то я вообще не вижу отраженного дамага. Давайте попробуем поставим сюда пакт. Еще сбегаем. Конечно, найти барда — это веселое занятие. Ну, смотрите, как сразу от Фрейи прилетело. Вот, мисс, мисс, мисс. Причем он миссает. То, о чем я говорил. Не будет у вас на героя точности. Смотрите, просто против землеройки миссы идут одни. Там слон стоит. Не будет точности на героя, по сути, до сраки будет это все уклонение. От него толку никакого не будет. Он просто тупо будет не попадать. Так, еще один бардик, отлично. Вот, смотрите, просто уклон весь нафиг. По нас попал лис, и он просто ушатал стычки.
Так, еще один бард, блин, но я к нему не знаю, я вряд ли к нему залечу. Да, мы к нему не доберемся. Почему вы спросите, почему я так долго играю здесь? Я хочу просто разобраться уже до конца с бардом. Пойдем на другие локации смотреть. Отлично. В общем, вы все поняли. Сборка на домах. У нас пакт, конечно, стоит. Это тоже печаль, ребят. Это та же самая печаль, что и для многих героев. Да. В общем, что тут говорить? Печальненько все. В общем, что уклонение, что точность, и героя никак не изменят. Судя по всему, очередная, ребят, какаха. Даже на максимальной прокачке. Ты понимаешь, что герой не стоит своих вложений. Вообще никак. Но этот дамаг, конечно, да, он разбивает вокруг все дальше, что... Вот пошел стан. От стана защиты нет. Вот смотрите, мисс, все. Бесполезно, беспонтово, ну не знаю. Честно скажу, мне здесь герой не нравится. А, поехали дальше, поехали. Потестируем такой вариант на подземках сейчас. Стан. Стан и печаль. Сейчас посмотрим, что по дамагу. В общем, как по мне, реально герой какаха, ребят. В любом варианте, что с уклонением, что с этим. Единственный вариант это PvP локации. И то, опять же, у него нету никаких повышающих деф защит. И разбирается он очень быстро. Как по мне, божество, оно намного будет интересней. Хоть она и дамажит по одной цели, у нее есть ограничения, у нее есть отхил, у нее есть деф дополнительный. А тут, ну, просто нечего даже говорить. Вы, в принципе, сами все видите. Давай уже забегай в центр. Плюс он стоит, видите, на месте, он никуда не движется. Тоже минус, он не пробирается дальше. Это считайте, каждых там 5 секунд он просто стоит на месте. Включился и стоит на месте. И теперь 5 секунд стоим. Ну, короче, не знаю, такое себе. 5 лямов, 12, по-моему. Ну, ни о чем. Херня. Поехали дальше. Поехали на арену. Все. Дальше он туда, в ту сторону не бьет. Но здесь дамажит. Хорошо. Поехали. Поехали, попробуем поменять дорожки. Забежать отсюда. Короче, печаль, ребят. Не знаю. Вообще не впечатляет, честно скажу. 30-й прорыв, максимальная прокачка, ничего не меняют. Вот нету точности, дамага в принципе у нас хватает. 10-й пакт. И...
такое себе. Не справляется он с ними. Просто тупо не справляется. Уже сборка такая, блин, ну, нехилая. Поехали против тех же попробуем. Но здесь он этих должен уже шатать. По нем не попадают. Не, нифига, он их не шатает. Особо сильно не шатает. Ну, Фрейя тут у нас не попадает просто. Но, кстати, он забирает энергию. Но все равно фигню забирает. Плюс дебафит. Ну, вот как вариант. Как вариант, это чисто дебафер такой вспомогательный. Но пока я его, честно говоря, не вижу. Просто тупо не вижу где-то как мега-героя, чисто такая вспомогаловка, как оккультист, где-то так. Оккультист по-своему хорош, этот по-своему интересен, но такого, что прям мега-дамагер нету, бафер тоже нету, ну, не знаю. Три цели всего лишь. Это печально. Сейчас попробуем против Зефира выкинуть. Посмотрим. Зефир, Фрейя, божество. Получили сразу же плюху. Ну, не знаю. А, кстати, смотрите. Он дамажит, но я не вижу этого. Не вижу отражалки. Ну, по крайней мере, я не вижу сейчас, что мне минус идет. Либо там нету отражалок. Хотя 29500 или есть, просто незаметно так. Но эти тоже убить не могут, но они не прокачаны особо. Но выдержал. О, вторая пачка. Пробуем, опять нападаем. Делаем вот так вот. Там у нас есть бардик. Да, тут герои какие-то слабенькие. В общем, какое, ребят, мое мнение по поводу героев? Герой донатный, бесполезный. Я, по крайней мере, пока его не вижу. Где-то прям так мега-вау использование. Но... по сборкам, что та сборка хреновая на дамах сливается, что это на деф тоже в принципе. Вот смотрите, барда разобрал. Единственный вариант это вот против барда. Здесь, конечно же, затащил. Хотя стрелок был. Как-то странно. Ну давайте еще разок нападем. Что не могу понять, что они имели в виду под бедствием. Надо будет посмотреть, что такое бедствие, что туда именно входит. Ну а так, не знаю. Честно скажу, впечатлений особо много нет. Такого, знаете, что мега вау. А, у него идет забор энергии, смотрите. Не, все равно набирает, как-то странно. Стрелок сейчас... А, стрелок просто они не попадают. Я думаю, что за фигня? Они просто не попадают. Ну, против героя с ограничением он нифига сделать не сможет. Мастер, я думаю, его даже может разобрать постепенно. В общем, не знаю, как по мне, герой такое себе. Что-то там мега вау особенного в нем нет. Это не Зефир, это не Огник, это не Фрейя, от которых реально понимаешь, что играешь ими, кайфуешь. Это просто чисто антибард для убийства барда. И все.
больше я не вижу никаких в нем плюсов, иммунитета каких-то отхилов, чего-то интересного нету. В общем, пишите, что вы думаете по поводу героя. Ставьте лайки. Спасибо Андрюхе за аккаунт предоставленный. И, конечно же, гильдия Асгард, ребята, кидайте заявочки. Кто играет на IS-сервере, вступайте. Хорошая гильдия, классные ребята. Всем удачи, всем пока.